Привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня отличная погода. И по просьбам многих подписчиков постреляем из карабина «Тигр» с коротким стволом 7,62 на 54. Постреляем тремя видами боеприпасов. Стрелять будем по сериями по 4 патрона. Оп. Патроны падают, парни. Сериями по 4 патрона. Сначала прогреем ствол первым выстрелом. И потом начнем уже сериями отстреливаться. Там находится мишень. Все меры безопасности соблюдены. Стрелять будем в холм. От населенного пункта большое расстояние. Так что, если есть люди, которые волнуются, можете быть спокойны, все будет нормально. Никто убит не будет, никто не пострадает, ни зверь, ни человек. Так, ну что, попробуем. Дистанция, конечно, приличная. Для тех, кто не знает, что такое стрельба на 100 метров, объясняю. Вижу лист. Да, стрелять будем без оптики. Вижу лист формата А4, но конкретно в какую-то часть листа прицелиться уже невозможно. Расстояние очень большое. Поэтому строго не судите. Стрельбу ведет не снайпер, простой любитель-охотник. Погнали! Раньше он, блядь, работал на этом, на кразе, фишки нахуй у нас. Бизнесмен. Шрек, погонял. Оболочка НПЗ, ребят. Ребят, стреляем полуоболочкой барнаульской, дистанция сотка. Плохо бутылку-то видно. Попал, нет? Ниже, мне кажется.
теперь попал. Сбрило оно. Вот так вот, друзья, стрелялся. Вы видели, как попал в пластиковую 5-литровую бутылку. Первым выстрелом вроде не попал. Первая была оболочка барнаульская, вторая была полуоболочка. Бутылка просто разлетелась. Я думаю, при попадании по зверю зверя будет ложить сразу. Шансов нет на выживание. Что, друзья, отстрелялись? Карабин порадовал. Дистанция 100 метров без оптики. Это уже хорошее расстояние. Сами все видели. Завтра у нас 23 февраля. Всех поздравляю с праздником. Всем удачи на охоте. Всего-всего. Всех благ, в общем. Давайте, удачи, мужики. Всем пока, до новых встреч. Стрельба велась с карабина «Тигр» с 320 шагом нареза. Длина ствола... А длину ствола, ребята, не помню. Короткий, короче. Самый короткий ствол на «Тигре».